Всем привет, с вами Сёма, это канал Шмалинка Плей и воскресный хоррор под названием Пацифу. В общем, не знаю, как точно эта хрень называется, но, в общем-то, да. Игрушка вышла, по-моему, еще весной. Там на нее не было, что ли, русской озвучки, или я просто как-то не заметил. Но, собственно, сейчас у нее есть и то, и я ее заметил, собственно. Так что вот, тут можно, как я понял, играть вдвоем. Вдвоем, а то и втроем, может, можно создавать игру, можно присоединяться к игре. В общем, наверное, играть с кем-то это намного веселее, чем играть одному в этой игре. Собственно, сейчас, наверное, мы с вами убедимся, либо же опровергнем свои догадки. Все, один игрок, погнали. Хорошо, это то самое место. Найди вход и проверь весь дом. Окей. Ну вот вход. Блин, я еще маленько себе звучка убавлю. Что здесь делать? Он вообще его выключил. Спасибо большое. Я еще маленько убавлю, потому что он что-то сильно жесткий. Хотя вот так, мне кажется, будет нормально. Окей. Запертая дверь, требуется главный ключ. Хорошечно, ладно. О, машина. Давайте сразу все сядем в нее и уедем отсюда нафиг. За нами, походу, здесь будет гоняться бабка. Ой, какая бабка? Баба? Бабище, короче. Вот эта вот, которая была вот в самом в менюшке игры. А что через окно нельзя проломиться? Типа, это же дом ничейный. Ну, как ничейный? Наверное, уже ничейный. Всех тут переубивало, думаю, это баба уже. Такую дочь здоровья, я не могу, блин. Подвал. Ну вообще, что-то есть, нет? Ага. По настройкам я походил, все нормально, все на ультрах, все нормально. Запертая дверь, требуется главный ключ. Опять главный ключ. А подкуда тогда мне лезть? Ого, ни хрена себе там графон. О, подвал, отлично. Я нашел вход в дом. Требуется ключ от подвала. Мне кажется, я там кого-то видел. Записка, спокойно. 15 ноября 1889 года. Я пытался спасти ее, но мне не удалось. Я... Что это было сейчас? Я сдаюсь. Я обещал вернуть Греткин обратно, но боюсь, что девочка потерялась навсегда. Вульт Лодери. Сейчас на меня никто не должен выпрыгнуть сейчас. Нет? Так, подожди, там сейчас проверим. Блин, какой здоровый подвал, я не могу, что это? Дрова, здрасте. Это что такое? Ты кто? Куклу нашел, здрасте. Окей. Что на записка? Похоронный кабинет Людера предлагает услуги чего в нужное вам время. Оживление, гробовщик, церемония, захоронение, кремация, назначь встречу. Мы также предлагаем частные услуги. Ну как много здесь всяких комнат? Ты больше не можешь. Что это? Твою мать! Я посрался! На меня уже вышли или нет? Мало ли. Типа, значит, есть дрова, где-то должен быть и камин, чтобы мне поджечь дрова. Охереть, какой большой подвал. О, меч. Возьми меч! Что это? Твою мать, это текстура дров. Светится. И чё? Типа винный погреб? Ой, я какой-то погреб. Ключ от подвала. А это что тогда? Это типа погреб, да? А там типа подвал. Мне кажется, ну ладно. А здесь-то что? Это что?
Опять дрова. Статуйки какие-то. Так, оттуда я пришел. Пойдемте сюда. А где баба-то? Опять ключ в подвал, ты надоел уже, слушай. А, я тут был. Ну окей. Я что-то начинаю понимать. Сейчас запись не выключу. Смотри, как сделаю. Вот так вот. Еще просто запись принес. Чтоб я ее нечаянно не выключил. Так, ну все, теперь стоит только сюда идти. Что это? Что это? Где-то ходит, где-то шастает, я ничего понять не могу. Приключи подвал, ты уже надоел с этим подвалом. Где Ками? Что? Кто где шастает, я не могу понять. Еще дрова. Здесь что за? Ничего нету. Да, кого сейчас руки поотрываю? А вон камин я увидел, окей. Такой фонарь жесткий. Убью, если ключ от подвала. Сразу такая. Что, записка была? Показалась. Часы тикают. Это вы думаете, что ты так нагнетаешься? Ни хрена, на самом деле. Как это открыть? Никак? А в самом деле это дрова. Так, а я что-то, значит, так, нахера мне дрова? Бить бабищу еще только дрова будет, а не напрыгать, или что? Что, на башку высыпать сразу сверху, и все. Кто-то ходит, кто-то бегает, прыгает. Ой! Твою мать! Здрасте! Это кто? Это вот это, что ли? Ты чё? А чё такая медленная? Ой, а куда забрался-то? Эй, слышь? Эй, халда! Ты это кто? Нахрена она мне нужна? Уйди отсюда. Пошла вон. Пошла вон. Да куда ты займись? Сейчас мы её обманем, смотри. Где ты? Где она? Лохушка. Так, а где ты еще ходит? Ну, мне нет, ладно, стопудово. Теперь уже понял. Это она дверь тут открывала. С дровами-то дам по роже, поняла? Где ты там, скотина? Ну-ка, эта дверь открывается, заперта. Ключ от зала? А где она? Откуда она вышла? Раз какая-то записка. Твою мать, это кто? Кукла какая-то. А где ты, слышь, баба? Чем мы ее обманем? Мне нужно знать, где она. Ой, здрасте, опять-таки. Она вообще меня трогает? Нет, она что-то как-то это... Как наркоманка какая-то. Вроде ходит, а вроде и не очень. Ключ от зала, спокойно, до свидания. Там какая-то записка была красная какая-то, но я не знаю, что это, если честно. А сюда ты можешь зайти? Лохушка. Так, многие из наших клиентов хотели бы получить последний шанс поговорить со своими близкими. Это вызвало интерес к нам, и мы начали изучать древние ритуалы за гробную жизнь. Мы исследовали... Она в дверь бьется, да? Мы исследовали некромантию... Твою мать, что это? Мать, ты зачем так орать-то?
Опять началось какие-то хлопания дверями. Уйди. Мне настораживают эти звуки, на самом деле. Это как в этом, что ли? Типа тут вот скрипы дверями, а в одной игрушке там, я не помню, как... Что-то с отцом там связано. Типа... Что-то здравствуй, папочка, или... Добро пожаловать в дом, папочка. Что-то типа такого. Там типа была песня, а потом, когда песня заканчивается, на тебя нападала какая-то тварь. Так, мы дали загромную же мысль, это некромантию из Рима, Вавилона и Греции. Мы изучали египетские тексты, книгу мертвых и ритуалы африканских вуду. Мы экспериментировали с темной магией, и к нашему удивлению, некоторые из этих способов работали. Это ты так воешь, или кто? Или тут, тут еще есть? Или куклы вот эти красные, которые за мной стоят? Кстати, может быть, в таких играх все может быть. Что это типа куклы тоже будут бегать. Это когда я вообще тут зашиюсь, конечно. Записка. Не делай себе кумира. Не делай себе кумира и, никакого изображения того, что тебе, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Исход 24 минуты 9. Должно быть это предупреждение из черной книги, которую мы изучили. Ну или 24, я не знаю. Мы узнали, как превратить объект в подобие живого существа с особыми свойствами. Хватит там! Овыми способами. Можно немедленно вызвать духов и сделать кое-что еще. Она за мной проникла сейчас за эту дверь? У меня надеется, что нет. Она же умеет двери, как мы выяснили, открывать. Делать кое-что еще. Возможно, именно поэтому куклы могут нас утешить или испугать. Что-то живет внутри них. Никто бы никогда не поверил такой нелепости. Здрасте, приехали. Опа. Нежданчик такой. Приехал. Так, еще какая-то дверь. Типа, я так понял, они создали вот из не пойми чего вот эту бабу. Бабу, которая за мной бегает. Почему это она? Они создали ее, а теперь сами, походу, сдохли, потому что она их убила. Это ты так ржешь? А где она? Слышь, бабеха, ты где? Мне нужно прочитать записку, которая красным помечена. Наверное, это она важная, типа, для сюжета. Ты бегать научилась? Или что с тобой? Ой! Она летать научилась! Вот пошла назад! Беги! Беги! Она летать научилась, прикинь! Вроде бы. Ой! Тупик! А не, спокойно, ни хрена не тупик. А вот это тупик. Спокойно. Ну все, мне пипец! До свидания. А, тут вот тут, тут-то точно тупик. Где там она? Меня бесит уже эти скрипы дверьми. А где она? Это что такое? Это балкон, типа, да? Да, балкончик. Че? Это она ржет? Мне там такие звуки страшные давала. Ключ от спальни. Да не она, походу. Это кто-то сидит. Походу, куклы вот эти дуры. Что? А как мне куклу выбрать? Как ее? 1, 2, 3, 4, 5. Что это сделал? А, 1, 2, 1, 2, 2. Хрен мне кукла, кстати. Я же че, я че с ней играть, что ли, буду? Да где ты? Смотри, тут еще, короче, бегает, она летает. А тут кто-то, короче, бегает. И ржет. О, спокойно, красная записка, окей. Она можно бросить на тебя в любой момент. Так она убила мою жену, Гретхен. Охренеть, там кто-то носится, ищет. Кто-то, короче, ищет. Походу, кукла у тебя красная, которую я видел. А это что за кукла тогда? Мою жену Гретхен всегда срабатывал один способ. Дать ей... А, дать ей куклу! Я должен повторять тебе, что она... Что это больше не она. Дай... Иди сюда, я тебе дам куклу. У меня есть кукла.
Иди сюда. На. Где ты там? На. Где ты? Иди сюда. Эй! Бабёха, где ты там? Когда не надо, тебе хер найдешь. Где она? Вот тебя не поймешь, а то ты есть, то тебя нет. Закрой свой рот. А где она? Я не могу найти. А, или она... А, она там. А, тут тупик, я думаю, там проход есть какой-то. Спички с самолетом, серьезно? Ой! Мать твою, на куклу! Играй! Че ты не играешь-то? Тебя не поймешь, слышь, баба, то тебя зовешь, ты не приходишь. Ой! Кто там убежал за столько что? Я за маму играю, серьезно? Здорово! Я проиграл, тьме было написано? Ну, как такой, конечно, себе хоррор. Такой, конечно, себе хоррор. Ее, когда зовешь, чтобы дать ей... Видать, это сработало. Я дал ей куклу, а кукла убежала. Кто-то видел, вон там, он жу, убежала, блин. Мелкий, блин. Походу, здесь бегают эти куклы. Она, и она типа забировала эти куклы, и они теперь вместе с ней бегают. Хоррор, да, хоррор так, конечно, такой себе, но появлялась, она именно выворачивала откуда-то неожиданно. Типа, ее ждали, да, вроде с криком со своим, типа, а вроде и нет, и вроде она сначала бросилась на меня с другой стороны, теперь она, видать, куда-то ушла. Видать, у нее есть какой-то ум, либо... Ну, либо не знаю. Либо что-то такое. Ладненько, короче. Давайте на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до встречи в воскресных хоррорах и других играх. И всем удачи, всем пока-пока.